Открытие данного объявлета стало поводом для публикации во многих средствах массовой информации. Даже священник осветил его, но, похоже, это не помогло. О том, что тут был объявлен, напоминает разве что пожелание его мецената, строительство мецената этого объявлена Пети на здоровье и график работы. Воды тут уже нет, давно. Ну, практически сразу после выборов, когда был, а он был открыт накануне выборов, голосования дня. Ну, теперь тут не осталось даже краников для того, чтобы набирать воду. Посмотрите, что от них осталось. И вот такой вот бювет-памятник есть на въезде в село Нерубайское. Очень жаль. Неужели такое безразличие? Сюда приезжали много местных жителей набирать воду, хвалили ее. Проезжающие мимо автомобилисты набирали воду в нем. Теперь все. Будем ждать следующих выборов.